партия Нур-Отан и Нацпалата предпринимателей Атамекен подписали меморандум о сотрудничестве в области системного взаимодействия по вопросам развития предпринимательства. Для повышения конкурентоспособности отечественного и малого среднего бизнеса стороны намерены обеспечить всяческую поддержку, а также активно работать над созданием благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации бизнес-инициатив. На церемонии подписания документа первый зампред партии отметил, одна из ключевых задач, поставленных президентом стратегии развития Казахстана, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50%. Меморандум также предусматривает разъяснительную работу всех госпрограмм по поддержке бизнеса. Мы очень признательны, что в нашем соглашении именно контроль за этими программами, расходованием средств. И самое главное, чтобы эти программы вели к поддержке добросовестного отечественного производителя. Вот это ключевое, чего Атамекен всегда хочет. И мы очень надеемся, что с помощью поддержки Нур-Отана, правящей партии, его влиянием на госаппарат, на местные органы,